Всем привет! Сегодня у нас 22 октября 2012 года. Хочу вам представить нашу вторую кошку, самую здоровую, старшую. Зовут ее Чудо Маруся. Вот она, собственная персона. Шотландская, веслоухая кошка, да. Наконец-то она хоть решила засняться. Вот. Итак. Продолжим. Что у нас сегодня случилось интересного? Был понедельник. Как бы после вчерашнего, соответственно, состояние было немножко, скажем так, не то. Ну, все обошлось нормально. Пережили. Кое-как. Вот. Таня у нас занялась вязанием. Да. Вот, что еще. Смотрим великолепный век. Что еще? А, диван привезли на кухню, да. С двумя креслами. Да что такое икаю? Вот. Что еще? Кошка. Ну, убегай никуда. Все, спокойно. Вот, ну, в принципе, на сегодня хватит, наверное, да. Все. Всем пока. Аривидерчи. До встречи.